очаг пожара квадратных метров. Значит, розлив топлива был, ничему не угрожает, очаг ликвидирован. Сейчас начинается запуск турбин основного питания, значит, и заречная группа уже на дизельных питания перешла. Значит, угрозы населению и жизнедеятельности нету. На месте работает оперативная группа и также работает личный состав очага, очаг открытого горения ликвидирован. Можно ли сейчас говорить о причинах? По причине, причина установится после того, как полностью все органы дознания и органы Следственного комитета будут свои версии. Какие-то рабочие есть версии? Да? Какие-то рабочие? Рабочих версий пока нету, значит, ничего, пока ничего сказать. А электроснабжение когда будет восстановлено? Нету, пострадавших нету. Электроснабжение когда будет восстановлено? Обещают в течение 3 часов. По всей заречных группе районов и в городе Якутске. По всей группе заречных районов сейчас уже идет подключение. Еще раз говорю, что уже запускается основная газотурбинная установка. В течение 3 часов электричество будет подано в город Якутск. Об отсутствии пострадавших это предварительные данные или их точно нет? Пока точные данные, у нас информации о пострадавших нет. А в каком режиме сейчас работает ИЧС, повышенная готовность? Повышенная готовность. Личный состав Якутского гарнизона работает повышенной готовности. Режим ЧС речи не идет. Режим ЧС. Представьте, пожалуйста, должность фамилии. Начальник управления пожаротушения главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия Поляков Сергей Алексеевич. Поляков? Полковник Поляков Сергей Алексеевич. Спасибо.